17 июня 2006 года. Пентагон, США. Вот уже 10 дней американские спутники-шпионы внимательно отслеживали район города Барановичи, где проходили крупнейшие российско-белорусские учения «Щит Союза». Параллельно донесения о каждом этапе маневров передавали 40 официальных военных наблюдателей НАТО. Кульминацией учений стала атака вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», впервые показанных западным специалистам в условиях, приближенных к боевым. Это высота 10-15 метров над землей, погибающая рельефа. Вот, мы вышли на предельно малой высоте. «Беркут, Беркут, я Сапсан. Высота 15 метров. Выходим на позиции боевого противника. Начинаем атаку». С каждого блока по 20 ракет, и в сумме получилось 80 неуправляемых ракет С-8. «Пуск готов. Совмещаю. Пуск разрешаю. Пуск. На боевом сработал. Заход на повторный. Отлично, оба прямых». Это страшная сила от одного вертолета. Мы вроде уже это развернулись на 90 градусов, а пушка все время поворачивается вправо и продолжает стрелять. Это такое впечатление получаешь. Это работает, ну, по мощи, как кировец пашет. «Задание выполнено. Противник уничтожен. Уходим на базу». На западе за высокую огневую мощь вертолет Ми-28Н получил прозвище «Разрушитель». 16 управляемых ракет «Атака», 80 неуправляемых реактивных снарядов, 30-миллиметровая подвижная пушка, стреляющая почти килограммовым боеприпасом. Но уникальным вертолет сделала электроника. Не случайно Ми-28Н называют летающим компьютером. Его система навигации даже лучше, чем у стратегического бомбардировщика. Вертолет имеет 5 систем наблюдения, включая тепловизор, радиолокатор и телекамеры, позволяющие вести боевые действия круглосуточно и в любых погодных условиях. Трудно представить, что задуман этот вертолет был 40 лет назад. Сегодня мы впервые расскажем о том, как создатели отстояли право Ми-28 на жизнь, а вместе с ним сохранили для России звание ведущей вертолетной державы. «Ночной охотник». 9 июня 1961 года на аэродроме в Тушино состоялся необычный воздушный праздник. Особый статус ему придавало присутствие космонавта номер один. Еще одним сюрпризом этого авиационного парада стало массовое участие вертолетов, которые по-прежнему считались диковинкой. «Да-да, все так и было. Кинооператоры ничего не перепутали. Этот Ми-1 влетел на аэродром задним ходом. Сегодня кран транспортирует в дом конструктора необычного сооружения Михаил Леонтьевич Миль». За кадрами официальной кинохроники этого дня осталось беспрецедентное событие – конфликт двух высших руководителей советской армии. Поводом стал созданный в КБ Михаила Миля вертолет Ми-1, вооруженный противотанковыми ракетами. Показывая вертолет Никите Хрущеву, министр обороны Родион Малиновский недовольно сказал: «Я эту штуку палкой собью». Но за машину неожиданно вступился его заместитель Андрей Гречко. Перепалка быстро вышла за рамки нормативной лексики. Хрущеву пришлось утихомиривать не на шутку разошедшихся маршалов. Однако вертолет так и не был принят на вооружение. Спорить со своим министром обороны глава государства тогда не решился. Этот конфликт отразил накал страстей между сторонниками и противниками боевых вертолетов. В 1965 году в США был разработан специализированный винтокрылый штурмовик «Кобра» с противопульным бронированием. Но многие советские военные считали, что единственной защитой вертолета могла стать скорость. Теоретический предел винтокрылых машин был 350 км в час. Впрочем, конструкторы не стояли на месте. Секретно. 12 ноября 1967 года. Москва. Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил СССР, маршалу Советского Союза Матвею Захарову. В США на испытаниях вертолета с дополнительным толкающим винтом AH-56A «Шайен» достигнута рекордная скорость 407 км в час. «Шайен» предполагается оснастить пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами. Он предназначен прежде всего для ведения боевых действий в Европе.
начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР, генерал-полковник Петр Ивашутин. Проект «Шаен» закончился самым грандиозным провалом в истории армейской авиации США. Американцам так и не удалось решить сложные технические проблемы комбинированного движителя. Тем не менее, в 1968 году вышло постановление советского правительства о создании ударного вертолета с десантным отделением Ми-24 и специализированного штурмовика Ми-28. Военные считали, что последний должен стать высокоскоростным истребителем танков. При этом они настаивали на установке катапультных кресел. Стремясь выполнить эти требования, в КБ Московского вертолетного завода разработали множество экзотических конструкций. У нас были проекты тоже одновинтового вертолета с толкающим винтом, ну, вот, похожий на «Шаен», двухвинтовой вертолет с поперечной схемы. Ну, в общем, много было вот таких проектов, которые были продвинуты до уровня натуральных макетов. В 1970 году скончался генеральный конструктор Московского вертолетного завода Михаил Мель. Противники создания ударных вертолетов вновь попытались доказать, что технический прогресс, в том числе появление ракет с тепловыми головками наведения, ставит крест на идее винтокрылых штурмовиков. 9 сентября 1970 года было назначено заседание военно-промышленной комиссии, на которое были приглашены представители КБ имени Миля. Министр начал докладывать, что вот сейчас строится боевой вертолет, и Ми-24 в КБ Миля. Устинов немедленно прореагировал и сказал: какой еще боевой вертолет? Его сшибут ракетой с головкой, с тепловой головкой самонаведения. Он не может воевать в нынешних условиях. Я, значит, поднял руку, он сказал: чего тебе? Я говорю, что вот можно создать устройства, которые будут уменьшать тепловую заветность, и это снизит вероятность поражения вертолета, и он сможет воевать. Это выступление Устинов запомнил. И не только не закрыл тему Ми-24, но и назначил дерзкого инженера главным конструктором Московского вертолетного завода. Надежды секретаря ЦК Марат Тищенко оправдал. Под его руководством были разработаны вертолет-гигант Ми-26 и знаменитое летающее БМП Ми-24, а также началось создание винтокрылого танка Ми-28. Шестого октября 1973 года египетская армия пересекла Суэцкий канал и вклинилась в оборонительную линию израильтян. Стремясь закрепить успех, 14 октября танковая бригада египтян попыталась совершить обходной маневр, но неожиданно была атакована израильскими вертолетами «Иракес». Одна эскадрилья вертолетов уничтожила более 70 танков на марше. Это показатель, ну, очень огромной также важности для, вообще-то, решения успеха, и я не побоюсь даже этого слова сказать, и победы в этом конфликте. Умело используя рельеф местности, тихоходные иракезы, корпус которых пробивался из легкого стрелкового оружия, уничтожили половину танковой бригады, а сами вернулись без потерь. Если вертолет используется на малой высоте, до 20 метров высоты, он практически неуязвим для противника. То есть он, во-первых, не поддается обнаружению, так сказать, радаров, раз. Во-вторых, для средств поражения, наземных средств поражения, это весьма сложно, потому что вертолет работает из-за рельефа местности, из-за некоторых укрытий, практически как пехотинец. Полет на малой высоте делал бесполезными катапультные кресла. Летчики просто не успели бы ими воспользоваться. Для спасения экипажа была разработана система, аналогичная межпланетным аппаратам.
16 января 1973 года автоматическая станция «Луна-21» доставила в восточную часть моря ясности «Луноход-2». Из-за отказа гамма-высотомера выключение тормозного двигателя произошло по касанию лунной поверхности. Но благодаря особой конструкции посадочного модуля все прошло благополучно. В опорном механизме посадочной платформы вместо обычных амортизаторов конструкторы использовали металлический прут. Растягиваясь до разрыва, он обеспечивал безопасное торможение. Тот же принцип поглощения энергии за счет разрушения используется для спасения экипажа на Ми-28. Шасси на Ми-28 кажется совершенно обычным. На самом деле это сложное двухкамерное устройство, которое заканчивается высоко в фюзеляже. В случае аварийной жесткой посадки шасси начинает поэтапно ломаться и постепенно гасит скорость. Затем при ударе корпуса о землю проваливается днище кабины и срабатывает энергопоглощающее кресло. Подобная система снижает перегрузки почти в 10 раз и спасает жизнь летчикам. Вы видите кадры уникальных испытаний этой системы. Она обеспечивает спасение экипажа при падении с вертикальной скоростью 12 метров в секунду. Это как удар автомобиля о стену на скорости 120 километров в час. Это достаточно большая скорость, при которой практически фюзеляж разрушается. Но вот пассивная система – это когда начинает последовательно работать и складываться конструкция. Сначала фюзеляжа, потом начинает двигаться кресло по одному профилю, потом по второму профилю. И это позволяет спасти экипаж при таких огромных перегрузках. На высоте более 100 метров система спасения работает по другому алгоритму. Сначала отстреливаются крылья и двери обеих кабин. Затем специальные резаки освобождают летчиков от привязных ремней. Надуваются специальные трапы, которые не дают задеть шасси или повернутую пушку, и экипаж покидает машину с помощью парашюта. К середине 70-х годов на московском вертолетном заводе практически закончили работу над обликом вертолета Ми-28. Однако его создание вновь пришлось отложить. Секретно. 12 февраля 1976 года. Москва. Министру обороны СССР, маршалу Советского Союза Андрею Гречко. Командование армии США проводит сравнительные испытания перспективного ударного вертолета по программе AAH. Основной задачей новой машины должна стать борьба с танками в условиях противодействия сил ПВО и средств РЭП противника в любую погоду. Председатель КГБ при Совете министров СССР, генерал армии Юрий Андропов. Советское военное руководство решило воспользоваться американским опытом. И в 1976 году вместо продолжения работ по Ми-28 был объявлен конкурс на создание ударного вертолета для советской армии. В КБ имени Камова под руководством генерального конструктора Сергея Михеева разработали оригинальный проект К-50 «Черная акула» с соосной схемой расположения винтов. Подобные машины имеют больший статический потолок, а также обладают высоким КПД и отличными характеристиками при зависании и в режиме малых скоростей. Они компактны, поэтому нашли широкое применение в палубной авиации. Однако у вертолетов соосной схемы были известные недостатки. Сложная и уязвимая колонка винтов, невозможность размещения надвинтовых РЛС, а также опасность схлестывания лопастей при боевых маневрах. Здесь есть проблема физическая, и ее решить можно было бы разнесением винтов на большее расстояние между собой, но здесь тоже есть практический предел, выше которого их не разнесешь. И этот предел все-таки на определенных режимах схлестывания не исключает. Но Сергей Михеев верил, что его коллектив, обладающий колоссальным опытом в создании соосных вертолетов, сумеет решить эти проблемы. «Черная акула» не имела аналогов в мире не только по аэродинамической схеме. На К-50 впервые в мировой практике было установлено катапультное кресло, а экипаж сокращен до одного человека. Однако на московском вертолетном заводе, исходя из опыта боевого применения вертолетов, считали, что летчик не может совмещать задачу пилотирования на малой высоте и управления вооружением. Он должен
внешнюю обстановку воспринимать в масштабе один к одному, чтобы не потерять просто пространственную ориентировку. Вот. А для того, чтобы искать и обнаруживать цели, надо иметь, ну, смотреть в увеличительную оптику, там 12-15 крат, иначе, во-первых, ничего не найдешь и уж точно не попадешь. Вот. Один человек делать одновременно и то, и другое не в состоянии. В 1977 году под руководством министра авиационной промышленности Силаева и командующего ВВС Кутахова начался конкурс макетов. Тандемная кабина, две прицельно-обзорные станции и пушечная установка придавали Ми-28 характерный угловатый вид. Сегодня все вертолеты четвертого поколения имеют похожую форму, но в конце 70-х советскому руководству машина показалась некрасивой. Им это очень не понравилось. А потом, когда они поехали к Михееву, Михеев, в общем, схитрил. Он сделал красивенький обтекаемый нос. Кутахову это очень понравилось, он попросил фломастер и на фюзеляже на борту крупно поставил свою подпись. Ее потом прикрыли плексиглазом и долго хранили. Не знаю, может, и сейчас хранят. Не зная, что судьба конкурса предрешена, конструкторы Московского вертолетного завода продолжали совершенствовать Ми-28. Каждое техническое решение проходило тщательную проверку. Эту колоссальную работу возглавил ведущий конструктор Марк Вайндер, который в будущем сыграет в судьбе машины важную роль. Для испытания винта и других узлов на базе Ми-24 были созданы 4 летающих лаборатории. Один из полетов едва не закончился трагедией. В воздухе летчик-испытатель Гурген Карапетян неожиданно почувствовал тряску. Причем колебания были такими, что ведущий инженер в передней кабине, когда он сидел, так, но она достаточно просторная, его головой било об остекление. Летчик еще не знал, что столкнулся с редким явлением – хордовым флаттером, самопроизвольными автоколебаниями лопастей. В мире было известно лишь 3 подобных случая, и все они закончились гибелью экипажей вертолетов. Но Карапетян недаром слыл летчиком от Бога. Когда я общий шаг поставил на защелку, колебания перестали возрастать. Ну, я выпустил шасси, когда я взялся за общий шаг, снова эти колебания начали возрастать. Тут я уже его уменьшил и поставил на защелку, потому что я понял, что я нахожусь в контуре управления. Посадка сходу прошла благополучно. Методика Карапетяна по выходу из режима хордового флаттера была немедленно распространена в вертолетных полках и летных школах. Тщательная отработка всех узлов позволила создать уникальный полетным и пилотажным качеством вертолет. Ми-28 может двигаться вбок и назад с высокими скоростями. Кроме того, он единственный российский боевой вертолет, способный выполнять бочку и мертвую петлю. При той же самой петле, если взять чисто по вертолетному, он начинается на одной высоте, так, а вывод происходит на большей. То есть, если вы столкнулись с каким-то, видите, что у вас какое-то препятствие, так, то можно смело выполнять петлю, так, и вы закончите ее вывод на большей высоте от земли. В 1979 году советские войска вошли в Афганистан. Ударный Ми-24 стал одним из героев разгоревшейся войны. Моджахеды говорили, что не так боятся русских, как их вертолетов. Секретно. 12 февраля 1980 года. Лэнгли, директору ЦРУ, адмиралу Тернеру Стэнсфилду. В Афганистан прибыл вертолетный полк, укомплектованный Ми-24 «Хинд». Броня делает его почти невосприимчивым к нашим средним и тяжелым пулеметам. Военный советник при правительстве Исламской Республики Пакистан, майор армии США Марк Аткин. За советскими Ми-24 была развернута настоящая охота. Американский журнал US Magazine даже объявил за него награду в $1 000 000. Чуть позже на Ближнем Востоке в результате предательств в руки армии США попадет не один, а целая эскадрилья 24-х. На одном из полигонов Соединенных Штатов Америки были проведены сравнительные учения с использованием машин Ми-24 трофейных. Так вот, это было лет где-то, наверное, 15 тому назад. Так вот, в результате этих учений, значит, американцы пришли к выводу, что на тот момент Ми-24 лучший ударный вертолет
своего времени. Несмотря на то, что к этому времени уже «Апач», вы знаете, был в строевых частях американских вооруженных сил. Для борьбы с советскими 24-ками в 1983 году армия США объявила о новой амбициозной программе создания легкого многоцелевого вертолета, который получит в будущем название «Каманч». Между тем, война в Афганистане выявила и недостатки Ми-24-х. В горных условиях им не хватало мощности. Кроме того, хорошая защищенность сводилась на нет небронированными боковыми стеклами. Летел вертолет Ми-24, и летчику попала пуля в голову. Летели они на высоте 50 метров, оператор не успел взять управление, и машина разбилась. И тогда, так сказать, в разговоре с... Ну, у нас состоялся разговор по этому поводу, и было принято решение такое, что сделать кабину полностью бронированной, в том числе и боковые стекла. Это решение было воплощено на Ми-28. Сейчас вы видите уникальные кадры огневых испытаний его кабины, которые еще недавно хранились под грифом «Секретно». В конце 60-х годов на советских танках впервые в мировой практике была использована комбинированная броня, чередующиеся слои стали и керамики. Это значительно повысило защищенность машины. В кабине Ми-28 капсула летчика и оператора, сделанная из алюминиевой брони и бронестойкой керамической плитки. В случае повреждения в бою они легко меняются, наклеиваются, как обычный кафель в ванной комнате. Применение комбинированной брони позволило существенно снизить вес вертолета при том же уровне защиты. Высокоскоростной бронированный штурмовик нужен был в Афганистане как можно скорее. В августе 1980 года, оценив уровень проработанности проекта Ми-28, комиссия Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам приняла решение о строительстве двух экспериментальных машин, не дожидаясь официального утверждения макета. В 1982 году вертолет поднялся в воздух. Министерство авиационной промышленности стало готовить документы на постановку вертолета в серийное производство. Советские ВВС могли бы получить первые Ми-28 уже в 1987 году. Однако этому не суждено было сбыться. В 1985 году на пост генерального секретаря ЦК КПСС был избран Михаил Горбачев. К тому времени экономика страны находилась в состоянии застоя. Новый советский лидер объявил о начале курса на экономические реформы. И все-таки все то, что мы развернули через реформу, через демократию, вот эту, через советы, через трудовые коллективы, через вот эти вещи все, включения, вот это только путь. К этому надо. В том же году начались сравнительные испытания вертолетов К-50 и Ми-28. Обе машины понравились военным. При этом К-50 проявлял скорее качество истребителя, в то время как Ми-28 был грозным летающим танком. Возникла даже идея принять на вооружение обе машины. Однако новое руководство страны в связи с нарастающим экономическим кризисом требовало сокращения расходов. И военные решили сделать ставку на одноместный К-50 «Черная акула». Было очень обидно. Настолько обидно, что и несправедливо, потому что я участвовал в этих сравнительных испытаниях на полигоне. И все, что я видел, абсолютно не соответствовало тому, как все это проходило по каким-то там документам официальным. Хотя решение о постановке на вооружение К-50 уже было принято, формально конкурс продолжался. В апреле 1986 года состоялись одновременные испытания Ми-28 и «Черной акулы» на обнаружение цели. Они наглядно подтвердили преимущество двухместной машины. Но военное руководство все равно решило выбрать «Черную акулу», а для поиска целей предложило создать дополнительный вертолет-целеуказатель.
Это абсурдное решение раскололо советский вертолетный мир. Спасли Ми-28 заместитель главного конструктора Марк Вайнберг и ведущий летчик-испытатель Московского вертолетного завода Гурген Карапетян. В августе 1987 года они с огромным трудом пробились на прием к секретарю ЦК КПСС Добрынину. Вот они все это дело рассказали, показали с картинками, так сказать, с доводами, с объяснениями. И тогда это мудрый секретарь ЦК КПСС говорит, ну что, мы итоги конкурса отменять не будем. Там подписалась куча народа, там больше 50 уважаемых всяких людей. Давай, говорит, выпустим новое постановление ЦК по дальнейшему продвижению работ по Ми-28. Постановление ЦК КПСС позволило конструкторам приступить к созданию более совершенной версии вертолета – Ми-28А. Но в начале 90-х годов ситуация в стране еще больше осложнилась. Митинги, забастовки охватили всю страну. Нет других возможностей к объединению, нежели дело. Если у нас сейчас почти 40 миллионов нищих, если будет 60 миллионов, а нам надо вводить какие-то компенсационные барьеры, чтобы как-то народ все-таки защитить. Не в силах мириться с происходящим, Марат Тищенко ушел с поста главного конструктора. Я не видел путей, как сохранить коллектив. Зарплаты обесценились, финансирование прекратилось. Я не видел, как я могу людям в глаза смотреть, когда зарплата, скажем, не выплачу. Согласно веяниям нового времени, на заводе были проведены выборы нового генерального директора и генерального конструктора, на которых победил Марк Вайнберг. Марк Леонидович тоже не сразу решился выдвинуть свою кандидатуру. С одной стороны, конечно, он за время вот борьбы за 28-ю машину накопил большой опыт. Но с другой стороны, он понимал, что ему 55 лет было тогда ведь уже. Он перенес инфаркт. Это как раз, по-моему, было это как раз в 90-м году. 17 января 1991 года американская авиация нанесла удар по военным объектам Ирака, оккупировавшего Кувейт. Иракская система ПВО оказалась неспособной отразить нападение. Совершенно секретно. 12 июля 1991 года. Москва. Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил СССР, генералу армии Михаилу Моисееву. Успех начальному этапу операции обеспечили вертолеты AH-64D Apache Longbow. Ночью на малой высоте они проникли на территорию Ирака и уничтожили две главные иракские РЛС. Начальник главного разведывательного управления Генерального штаба, генерал-полковник Евгений Тимохин. Удары ночных вертолетов оказались чрезвычайно эффективными. Этот факт заставил генерального директора Московского вертолетного завода Марка Вайнберга пойти на неожиданный шаг – прекратить работы по Ми-28А. Мы как бы завершали постройку, я работал на МВЗ у Вайнберга. Он меня как-то позвал и говорит, не кажется тебе, что машина наша устарела морально? Все силы и финансирование Вайнберг сосредоточил на создании всепогодного и всесуточного варианта Ми-28Н. При этом ему пришлось бороться за выживание коллектива. В 1993 году, согласно указу президента России Бориса Ельцина, началась приватизация госпредприятий. Вскоре стало известно, что акции Московского вертолетного завода активно скупает вертолетная компания Сикорского и отечественные фонды сомнительного происхождения. Марк Владимирович добился, чтобы контрольный пакет принадлежал государству. Я вообще вот абсолютно уверен, что если бы мы этого не сделали, то сегодня мы в лучшем случае для фирмы, это бы занимались адаптации вертолетов Сикорского типа С-76 для российских условий. Несмотря на сложное экономическое положение завода, в августе 1996 года первый Ми-28Н был собран. Спустя два месяца он впервые поднялся в воздух. Машина очень управляемая, и если у летчика хорошие навыки, то она слушается летчика,
очень верткая, маневренная машина. Экономическое положение завода продолжало ухудшаться. Марк Вайнберг неимоверными усилиями поддерживал предприятие на плаву, одновременно пробивая на всех уровнях новый вертолет. 3 февраля 1997 года его сердце не выдержало. Буквально через 2 месяца после смерти Вайнберга на московском вертолетном заводе началась процедура банкротства. Новые руководители о постройке вертолетов уже как бы сильно не думали. Поэтому машина Ми-28 в 96-м году, как мы ее закатили в цех, и 2 года там этот вертолет простоял. Не менее драматично складывалась судьба главного конкурента Ми-28 вертолета К-50. Из запланированных нескольких сотен удалось изготовить только 9 таких машин. Кроме того, произошло несколько случаев схлестывания лопастей. Один из них привел к катастрофе. Погиб начальник центра боевого применения армейской авиации, герой Советского Союза генерал Воробьев. Из-за малой высоты воспользоваться катапультой он не успел. Летчик пилотировал вертолет за пределами ограничений, предусмотренных руководством полетной эксплуатации. Конечно, в РЛЭ, в руководство полетной эксплуатации, можно внести всякого рода ограничения. И в жизни, так сказать, вот такой гражданской эти ограничения будут соблюдаться. Но если речь идет о войне, о реальных боевых действиях, то летчик будет выжимать из машины все, что можно. В 3-е тысячелетие человечество вошло с радостными надеждами. Но очень скоро выяснилось, что оно не смогло оставить за порогом старые проблемы, а лишь приобрело новые. I was just standing here watching the World Trade Center after the first plane hit. I just saw a second plane come in from the south. Чтобы противостоять новым угрозам, армии ведущих стран мира сделали ставку на высокотехнологичное оружие, включая вертолеты с новым радиоэлектронным оборудованием. Однако российская армия оказалась на пороге 21 века с изношенными Ми-24. Еще немного, и страна навсегда бы утратила место среди ведущих вертолетных держав. В этих условиях настоящую государственную мудрость проявил коллектив ростовского вертолетного завода «Роствертол» и его генеральный директор Борис Николаевич Слюсарь. И вот в один из моих приездов туда Борис Николаевич Слюсарь собирает акционерное собрание и приблизительно такие слова говорит. Прибыль 2001, 2002, 2003 года мы с вами можем поделить, ну и проесть. А можем эту прибыль выделить на постройку суперсовременного вертолета Ми-28Н. И люди поверили, он сумел их уговорить. В 2002 году на деньги Роствертола начались государственные испытания Ми-28Н. А уже в декабре 2005 года первый серийный вертолет поднялся в воздух. Этот вертолет, в общем-то, по сути, большой компьютер. Мне так кажется даже, что он как бы обладает определенным интеллектом. Потому что, когда садишься, включаешь этот, все системы, когда начинают светиться все экраны, все дисплеи, такое ощущение, что ты общаешься вообще с живым организмом. Вертолет Ми-28Н построен согласно простым правилам. Стараться быть незамеченным. Если заметили, не пораженным. Если поразили, выжить. Сейчас вы поймете, почему Ми-28Н называют ночным охотником. Действуя в полной темноте, он появляется над противником, словно призрак. С помощью тепловизора ночью в густом лесу человека видно на расстоянии 6,5 километров. Скрытность применения днем обеспечивает расположенный над винтом радар, способный за 10 километров увидеть отдельно стоящий танк или боевую машину. Для поиска целей ночному охотнику достаточно лишь выставить макушку из-за укрытия. Тактику действия вертолета вы можете увидеть с помощью компьютерной анимации. Подойдя к цели на предельно малой высоте, экипаж командирского вертолета с помощью РЛС из-за укрытия выявляет цели. Компьютер отображает их на тактических картах всей атакующей группы с указанием наиболее опасных и приоритетных. Распределив объекты для удара, Ми-28Н выполняют энергичный подскок и стремительно нападают. В эту машину мы вложили философию, которая себя показала очень успешно при создании
Ми-24. И опыт всего мирового ветростроения в этой области, в области боевых машин. Все управление бортовым оборудованием и оружием Ми-28М интегрировано в единую систему. Три бортовых компьютера снимают с летчика и оператора огромную нагрузку и позволяют действовать быстрее, чем реагируют средства ПВО противника. Вот это вот удивительно и поражает, что машина сделана на летчика средней квалификации, основная функция которого – просто наложить марку на цель. Ми-28Н способен не только штурмовать позиции наземного противника, но и сражаться с вертолетами и самолетами на низких высотах. Для этого предусмотрена установка ракет «воздух-воздух», таких же, как и на современных истребителях. Особое внимание было уделено повышению живучести Ми-28Н. Бронированной является не только кабина, но и все важные агрегаты. Помимо этого, они дублированы. Вспомогательные узлы располагаются так, чтобы защитить более важные. Чтобы попадание там одного снаряда не выводило из строя весь вертолет. И таким образом два двигателя расположились по бортам вертолета. И сами двигатели одновременно являются защитой для главного редуктора, который передает вращение на несущий винт. Винт сделан из баллистически устойчивых композиционных материалов и спроектирован таким образом, что даже при сильном повреждении можно продолжать полет. В этом смог убедиться Александр Климов. Во время испытательного полета незакрепленная крышка турбопривода ударила по лопастям силой артиллерийского снаряда. Я смотрю, техники собрались, все дружно смотрят на несущий винт. Пока я вылез из кабины, подошел и сам ахнул. Там сквозь лопасти видно небо, такие дыры зияют. На основе опыта Ми-28Н были созданы ночные модификации самых массовых российских армейских вертолетов Ми-8 и Ми-24, которые соответствуют современным западным образцам, а по некоторым параметрам даже превосходят. На базе Ми-28Н планируется разработать целое семейство новых вертолетов. Сегодня мы работаем и над перспективным обликом тяжелой транспортной машины. Сегодня мы работаем над несколькими перспективными машинами среднего и более легкого класса. То есть я считаю, что самый трудный период за последние 30 лет нашей вертолетной авиации, если можно сказать, он пройден. «24 марта 2004 года, после успешного полета предсерийного образца Ми-28Н, Пентагон объявил о сворачивании программы по созданию малозаметного перспективного вертолета «Команчо». Согласно анализу американских специалистов, еще на стадии проектирования новая машина уступает российской. 2006 год стал знаменательным в истории российского вертолетостроения тем, что первые серийные Ми-28Н уже поступают в армию. В ближайшие годы Министерство обороны планирует закупить еще 97 подобных машин. Но не менее важным представляется прекращение изматывающего противостояния между двумя конструкторскими коллективами. Решением правительства параллельно с Ми-28Н будет выпускаться и новая двухместная модификация «Черной акулы» К-52. Это позволит России сохранить технологическую базу для создания новых винтокрылых машин, которые, по мнению военных специалистов, будут играть все большую роль в вооруженных конфликтах.